«Сдай кровь, сохрани жизнь» – благотворительная акция, которая посвящена Национальному дню донора. С самого утра в центре переливания крови – аншлаг. В креслах сидят как доноры со стажем, так и новички. Но у всех одно желание – помочь кому-то сохранить жизнь. Первый раз? Да, первый. Почему решили на день донора? Ну, не знаю, как-то, наверное, я доросла до этого, что ли. Хочется помочь людям. Ну, я с 15-го года сдаю, регулярно раз в 4 месяца. Просто я сама работаю в здравоохранении, поэтому помогать людям нужно. Сдать кровь люди пришли семьями, рабочими коллективами и дружескими компаниями. А наиболее активные участники акции – студенты. После важной процедуры каждого донора ждал сладкий подарок, чтобы быстрее восстановить силы. Спасибо вам за ваше добро, что приняли участие в нашей акции. Самочувствие отличное, ни слабости, ничего такого нету. Хорошо посидела. Компоненты донорской крови – ничем не заменимые в лечении больных людей, востребованы практически во всех областях медицины. Особенно они необходимы для детей и взрослых, которые проходят тяжелое лечение в онкогематологическом отделении. И зачастую именно кровь донора становится настоящим спасением. Посыл в целом – привлечь людей к донорству, как-то сделать некую прививку, привить у людей то, что нужно сдавать кровь постоянно, регулярно. Она нужна всегда. И вот как раз мы устраиваем, стараемся как можно чаще устраивать вот эти вот акции. Своеобразный ажиотаж желающих сдать сегодня кровь врачей абсолютно не удивляет. Дефицит доноров уже в прошлом. В обычные дни в центр переливания приходит до 80 человек, что почти в половину больше, чем, к примеру, несколько лет назад. Если сравнивать с прошлым годом, более 200 человек пришло вот в этот знаменательный день. Сегодня Национальный день донора. Дата эта отмечается в 10-й раз, была утверждена в 2007 году. И, конечно, это большой праздник и для доноров, и для службы крови. По итогу ежегодного Национального дня донора специалистам станции переливания крови удалось собрать свыше 80 литров крови. Далее весь материал направят в больницы Приморского края. Остается добавить, что сдать кровь можно в любой другой день, и донором может стать каждый желающий старше 18 лет, весом более 50 килограммов и не имеющий противопоказаний. Сдай кровь, сохрани жизнь! Ура! Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.